самое, что бы хотелось бы отметить внимание. Вот у нас статья 3, где регулирование правоотношений по вопросам землепользования и застройки, возникших до вступления в правила, что как раз таки по результатам, в том числе по результатам публичных слушаний, где у нас в августе текущего года были внесены изменения в статью 51 Градкодекса, где сказано, что основанием для невыдачи разрешения на ввод в эксплуатацию может послужить несоответствие объектам строительства разрешенному использованию земельного участка или ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации. И мы вот по предложению публичных слушаний дополнили статью 3, частью 7, где прописали, что эта статья предусматривает возможность ввода в эксплуатацию объектов как строительства в виде разрешенного использования ограничения использования земельных участков объектов как строительства, а также предельные размеры и предельные параметры разрешенного использования, которых не установлены правилами на момент выдачи разрешения на строительство и не соответствуют, соответствуют видам. Сейчас прошу прощения, наверное, я именно процитирую в том виде, в котором она есть. Ну, смысл такой, что если на момент с разрешения выдачи на строительство действовали правила именно по параметрам и по видам на момент с выдачи разрешения на строительство, то при новой редакции правил действуют именно те виды, которые прописаны именно в градостроительном плане и вот в документе с выдачи разрешения на строительство. Именно на весь момент действия разрешение на строительство, да. Вот. Дальше у нас статья 7 тоже, что хотелось бы отметить, что вот из части общее положение об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства. Там прописаны у нас именно прописаны у нас возможности именно изменения видов и в принципе прописаны, кто имеет возможность обращаться за изменение вида. Вот, по статье 8 о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид здесь дополнено с частью как раз таки для возможности образования земельных участков именно для жилищного строительства, для тех собственников объектов капитального строительства именно жилищного фонда, у которых есть права на объект, но нет прав на земельный участок. И нет возможности именно образования земельного участка, если в видах установлен условно разрешенный вид, а получается, что нет образованного земельного участка и разрешения на условно разрешенный вид невозможно получить. И вот это было как бы проблема вот с действующими правилами, и вот именно в новой редакции предлагается, что именно для таких случаев, когда подтверждается правоустанавливающими документами право собственности на объект или судебными актами, то для таких случаев не требуется получение разрешения на условно разрешенный вид. То есть оно автоматически, человек может образовывать под объектом земельный участок именно вот для соблюдения своих прав. Следующее, наверное, то, что хочется отметить, это вот статья 15, это именно, ну, я бы сейчас, да, что у нас получается, идут градостроительный кодекс, прописывает именно требования к правилам и говорит, что может включаться иные вопросы землепользования и застройки. И вот как раз-таки в иные вопросы землепользования и застройки мы ввели с... Во-первых, по заданию, по техническому заданию, правилам, у нас вот введена как раз-таки статья по порядку регулирования вопросов архитектурной среды города Ростова-на-Дону. Отдельно у нас установлена схема с установлением градостроительных ограничений, где там порядок зон у нас представлено. И
устанавливается порядок, который устанавливает именно ограничения вот в границах аукциона, они отдельно прописаны в отдельной статье. Вот. Вот, как бы, наверное, первую часть мы закончили по первой главе. К вам вопрос. Скажите, пожалуйста, почему? Почему не надо? Личный вопрос. Почему вы вынесли, несмотря на то, что на публичных слушаниях я лично и много людей говорили, что условно разрешенное строительство в зоне R1 это противозаконно, противоречит законам Российской Федерации, вы тем не менее сейчас внесли этот вопрос на обсуждение? Прошу прощения, я лично ничего не вносил, то есть это не в моих... Вы зачитали вначале. Вот, и как бы... Я не могу вам вообще сказать, чтобы я лично что-то вносил. Во-первых, лично я вообще ничего не вношу, это раз. А во-вторых, все происходит в рамках публичных слушаний, и решение принимает комиссия. То есть комиссия, несмотря на замечания по противозаконности этого пункта, комиссия, значит, решила вынести все равно это на обсуждение. Товарищи депутаты, я прошу вашего внимания, значит, на общественных слушаниях было вынесено замечание от многих слушателей о том, что внесение пункта по условно разрешенному строительству в зонах R1 противозаконно, противоречит законам Российской Федерации, этого делать нельзя. Вот меня кто-то услышал из депутатов. Депутат Котляров тоже как бы поддерживает эту позицию. Потому что там заложены несколько пунктов явно коррупционные. Экспертизу на коррупцию его еще провести надо.